ваша энергия, нестандартное решение многих вопросов, яркие идеи, умение добиваться поставленных целей всегда востребованы в нашем обществе. Добро пожаловать на нашу студенческую вечеринку «Январская звезда», посвященную Дню студента. А вы, наверное, согласитесь со мной, что молодость дается лишь однажды, правда, ребят? И тогда мы вам предлагаем веселиться всеми возможными способами. Петь, если поется, любить, пока любится, и, конечно же, усердно учиться, пока учится. Студенческая жизнь — это прекрасная пора. Давайте нею наслаждаться. И сразу же вопрос к вам. А если у нас здесь, в нашем зале, действующая активная студенческая молодежь? Поднимите руку. Кто у нас является студентом? Есть у нас студенты. Сколько много? А будущим студентам есть такие ребята? Будущие студенты у нас присутствуют. А бывшие студенты? И бывшие студенты с нами тоже есть. И, кстати, я хочу представить вам сегодня нашего MC, нашего сегодняшнего вечера. Это Алексей, наш аплодисмент. Мою следующую Ирину и, конечно же, очаровательная Камила. Спасибо за аплодисменты. А также поприветствуем наших девушек. Девушки, здравствуйте. Девчонки, а есть ли у нас Татьяна в нашем зале? Даже Татьяна присутствует сегодня. А вы знаете, что сегодня на самом деле 25 января Татьянин день. И сегодня православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны Крещенской. Давайте вместе с вами подарим дружные аплодисменты нашей сегодняшней Татьяне. Играть в различных играх и конкурсах, которые сегодня мы вам предоставим.